цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Вот буквально три дня назад, три-четыре дня назад встретила соседку, моя подруга. Так. И она мне говорит: Оль, я смотрю ваш канал, у вас нет гриля. Гриля? Причем аэрогриля. Почему? Я говорю: слушай, в это воскресенье, по-моему, должно быть. А я говорю: а почему тебе нравится гриль? Она говорит: Оля, да это вообще спасение. Это я с работы жду мужа, смотря телевизор, так, а не стоя возле плиты. И муж у нее обожает вот эти блюда из аэрогриля. Так что сегодня мы сейчас будем говорить более подробно про это. Итак, друзья мои, Оля, будьте тоже так же интересно. Модель 2019 года. Отечественный производитель компания Китфорд сделала уникальный аэрогриль. Это высокая циркуляция потока горячего воздуха. В жизни это называется режим конвекции, который встроен только в дорогих духовках. Здесь вы получаете готовое решение. Так. Это многофункциональность. Потому что при помощи этого аэрогриля ты можешь жарить и запекать, и томить, и так далее. То есть все основные функции. Главное самое дело абсолютно без жира, безопасно. Оставайтесь с нами, я вам покажу, как готовить картошку фри без масла. И кроме того, особенность конструкции позволяет этот прекрасный аэрогриль, естественно, перевозить и ставить в любом месте, потому что присутствует этот аэрогриль, здесь прекрасная ручка, значит, вы установите абсолютно в любом месте. Так, и без масла, да, готовим? Да. Это очень важно, потому что это еще и здоровое питание, это наши здоровые сосуды, это бесхолестериновая жизнь, друзья! Курочка целиковая, она прям сочная, прям даже разваливается, когда ты ее вытаскиваешь. Это говорит о том, что она реально приготовилась. Совершенно верно. Причем мы готовили с минимальным количеством масла. Смотрите, ну вспомните, когда мы курицу готовим, какая она получается сухая. Особенно грудь сухая. Но не в данном случае. А дай-ка мне прямо именно грудку попробовать. Да, я сейчас возьму. Под рубрика «Тест-контроль» от Ольги Гридуновой. Так, ну-ка половиночку срежь мне, давай, я пожалуйста. Не буду жевать до конца передачи. Не... Она вот разваливается. Так ты могла вилкой развалить. Все, она разваливается легко. Без масла. Все, без масла? Подожди, пока Оля пробует, смотрите, масло-то все здесь осталось. Слушайте, а я хочу сказать, вкус особенный. Вот знаешь, когда мы готовим на мангале, нет, даже не гриль, не духовка, я даже не знаю, вот чем, как вот сказать. Друзья, вкус здесь действительно особенный, я теперь понимаю. Очень вкусно, мне нравится. Главное, грудь сочная, ну вы понимаете. Грудка, да, куриная сочная за счет именно потока горячего воздуха. Вот поток циркуляции горячего воздуха. Слушай, я даже не могу понять, как это... Слушай, я сейчас вот пробую мясо, я вспоминаю, как мы были в одном ресторане с мужем, с детьми, недалеко от нашего дома, мы туда часто захаживаем. И знаешь, мне подали стейки просто божественные. Мы никогда их не заказывали. Я говорю: давай закажем, давай, дорогущие. Ну, короче, я их попробовала. Я говорю: слушай, срочно шеф-повара надо вызвать. Так. Слушай, как он это готовит. Ну, у меня муж такой простой. Он говорит: да, можно нам шеф-повар? Он вышел, реально вышел шеф-повар. Подходит и говорит: что вы хотели? Мы говорим: у вас такое мясо вкусное. Расскажите, как вы готовите. Технология. Он говорит: ну, это не на плите, это не в духовке. Так. Такую загадку. Ну, как я его приготовила, я вам не расскажу, что вы чаще ходили, у меня все пробовали. Вот как ты считаешь, может быть, он взял аэрогриль и приготовил? Слушай... Это же вот вкус вот курицы, он тоже такой необычный. Да, необычный. Как мясо тоже. Слушай, не каждый повар тебе расскажет, как это делается. В чем преимущество нашего аэрогриля? Обычные духовки, они обычно высушивают. Так. И готовят немногофункционально. Наша прекрасная аэрогриль отечественного производителя компании Китфорд работает при помощи высокоскоростной циркуляции потока горячего воздуха. В жизни это называется режим конвекции, который встроен только в дорогих духовках. А значит, здесь у тебя получается без масла, раз. Так. Второе, у тебя получается более сочное блюдо, и это последняя модель. Давайте посмотрим, как это работает. Внимание на экран. Так. Вот посмотри, мы поместили колбу, и чтобы ты посмотрела, мы поместили туда шарики и включили наш аэрогриль. Видишь, идет поток против часовой стрелки горячего воздуха. Так. То есть идет как бы окутывание блюда, которое находится внутри. Ага. А значит, у тебя получается более сочнее и гораздо быстрее готовится. Вот они, шарики, вращаются, то есть идет горячим воздухом. Не просто как вот духовки, знаешь, сушат, там включили тены, высушат, сковородку поставили, тебе надо контролировать. Ну, здесь да. Абсолютно не
надо контролировать. Поток горячего воздуха сам определяет время приготовления и, естественно, готовит. То есть еще не надо помешивать, правильно я тебя понимаю? Здесь не надо. Все загрузили, корочка все равно будет, то есть подгорания не будет, равномерно будет подогреваться еда. А, вспомните, друзья, когда мы готовим на плите, особенно когда мы ждем гостей, мы так стараемся, ой, и так, и сяк, и переворачиваем, и стараемся, чтобы не подгорело, и чтобы посочнее водички подливаем. Представьте, здесь просто загрузили, нажали кнопочку, все, даже масло не надо заливать. Вы представляете, тут все готовится само, изумительно вкусно. Кстати, вот давайте сейчас для тех, кто не верит, разрежем и посмотрим мясо, приготовленное в аэрогриле. Давай. Так, давайте сейчас посмотрим, рублей. Как у нас получился результат. Мы приготовили рулет. Рулет у нас мясной вместе с овощами одновременно. Сейчас, секундочку, покажем. Да. Поток циркуляции горячего воздуха гораздо вкуснее это делает и сочнее. Вы посмотрите, весь сок остается внутри. Во-первых, вы готовите с минимальным количеством масла, жиры стекают в специальный отсек, который здесь предусмотрен. А значит, друзья мои, вы получаете гораздо полезнее еду, гораздо вкуснее. И, как я все время люблю шутить, проживете до 150 лет. Вот это чернослив внутри, посмотрите. Смотри, вот представьте, к вам придут гости, вы быстренько рулетик сделаете черносливом, и чтобы он сухим не был, запеките его в аэрогриле. Уникальный аэрогриль, в котором вы будете готовить еще вкуснее. Вот знаете, вот по ощущениям блюда совсем не такие, как на сковороде и в духовке. Другой принцип работы. У них совершенно работы. Другой вкус. Гораздо вкуснее. Я даже не могу вам объяснить, как это. Это как вот на мангале, что ли, знаете, и с корочкой. Это потрясающе вкусно, а главное, все очень сочно. Попробуйте. И главное, друзья, это ваше свободное время. Вспомните, возле плиты стоим. Здесь опять же все загрузили, быстренько выставили температурку. Сейчас мы расскажем, как пользоваться аэрогрилем, и ушли. Потом приходим, и блюдо готовое, шикарное, как в лучших ресторанах. Абсолютно эксклюзив, в магазинах не продается и бесплатная доставка в любой регион России. Только 40 аэрогрилей у нас по этой цене со скидкой, поэтому успевайте дозвониться и успевайте заказать свой аэрогриль. Как пользоваться аэрогрилем? Я вижу, здесь кнопок даже нет. Слушай, во-первых, начнем с того, что нашим грилем очень легко пользоваться. Смотрите, мы запанировали вот такие вот прекрасные сырные... Палочки, да. Сейчас фиксируем вот эту вот прекрасную чашу объемом чуть больше 2 литра. 2,5 литра, имеет антипригарное покрытие. Закрываем. Подожди. Если мы должны готовить во фритюре, так. Сырные палочки, то во фритюре готовятся. Нужно заливать их полностью маслом, правильно? Так, да. Почему ты здесь не добавила Объясняю. Масло? Когда масло выгорает, это получаются канцерогены. Не очень хорошо. Здесь вы готовите с таким же принципом, только без масла. А значит, вы заботитесь о своем здоровье. Друзья, во фритюре готовим без капельки масла. Получается еще вкуснее. Это аэрогриль. Это здоровое питание, это экономия вашего времени. Далее. Смотрите, ребрышки. Причем мы их не переворачивали, как мы это делаем обычно, на сковородке, да? Да. Чтобы не пригорело. Просто загрузили, на сенсоре нажали кнопочку, ушли, и все. Приготовилось, потому что здесь все обволакивается теплом повсюду.